Виталий Танкович с детства мечтал стать водителем. Его желание осуществилось. Уже 3 года мужчина доставляет пассажиров из авиагородка в микрорайон Западный. Несмотря на ранний подъем в 4:30 утра, свой маршрут 8А, признается, очень любит, так и своего железного помощника. Впрочем, с транспортными средствами Виталий Танкович знаком давно. Начинал с трактора, потом работал водителем в школе. Надежный тыл помогает справиться со всеми проблемами, как на дороге, так и в жизни. Ну, жена меня, если честно, поддерживает во всем. Она не обижается, если прихожу поздно, уставшая, она ничего тоже как бы не требует, не задает лишних вопросов. Она меня в работе поддерживает, она молодец. Разные люди каждый день. Разное знакомство, кондукторы, все это как-то приятно. Люди тебя ждут, когда подберешь, он бегит или опаздывает. Он тебя благодарит, приятно. 530 сотрудников и 437 километров в городской маршрутной сети. В среднем более 80 тысяч человек ежедневно перевозит транспорт автобусного парка номер 2. А всего с начала года, только вслушайтесь в эти цифры, услугами автобусников воспользовались более 22,5 миллионов пассажиров. Предприятие обладает внушительным техническим потенциалом. 151 комфортабельный автобус от 105-го МАЗа до суперсовременного 251-го. По результатам работы хочу сказать, что в принципе, отработали неплохо. Жалоб, нареканий серьезных со стороны наших пассажиров нету. Я вот как руководитель хочу сказать, несовестно сегодня глядеть в глаза и заказчику перевозок в лице городского исполнительного комитета, жителям и гостям города Бобруйска. Заботой о пассажирах быстро, комфортно и всегда вовремя. Кондукторы, диспетчеры, механики и водители. Все работники автобусного парка отмечают, они работают для комфорта пассажиров. Мы спросили у бобруйчан о качестве перевозок. Если ты едешь уставшая с работы, он приехал, ты села, вообще прекрасно. Да везет. Все чисто, вовремя все приезжает. Ну, я на восьмерке езжу. Восьмерка ездит очень. Конечно. По часам. Плюс-минус 5 минут, да, по времени. Как бы претензий к восьмерке нету никаких. 46 городских, 28 пригородных, 7 междугородних и 1 международный. Только за 9 месяцев 2019 года автобусы накатали почти 6 миллионов километров. А это значит, что второй автобусный парк пользуется популярностью. Это и неудивительно. Ведь тут трудятся профессионалы своего дела. Накануне Дня автомобилиста работников автобусного парка поздравляли и благодарили за их нелегкий труд. Наш герой в числе лучших. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск 360.